Жень, подожди, поставь драфтинг мейкер. В прошлой части мы собрали всех настоящих покемонов. И сейчас будем делать алхимика. Потому что Америка, конечно, клевая. Но я хочу алхимика. Так. Портреты какие-то не очень. Какие ужасы. Так, ну это монах явный. Жалко, что нет генерации портрета под класс. И портретов как-то маловато. Прямо скажем. Правда, ты будешь алхимиком. Так, эльф. Ловкость и интеллект. Характеристики на выбор. Так, и наследственность где берется. Стандартная резюмар. Минус собственно мудрость, харизма, ловкость, мудрость, интеллект и харизма. Нам бы взять локсти интеллект. Силе и мудрости. Силе и харизме. Ловкости и мудрости. Отродье к мраку. Вот, интересно. Так, понял, стифлинг. Устойчивость это неплохо. Если берем человека, внутренняя черта. Давайте лучше статы. Далее. Не жрец, ты будешь у нас химиком. И не простым, а дрендером. Здесь бомбы и открытия. И все еще с кедом. Дрендер. Все еще с кедом порезанная. Так. Направленный взрыв. Да,
Давайте гренадера. Может мне тогда портретик поменять? Тифлинг скей. Давайте. Так. Ловкость, интеллект, мудрость и... Давайте просто тифлинг. Так, статные. Харизма пусть будет на сне, чтобы нас не дрейнили. А, интеллект. Так, а я могу интеллект сделать побольше. Да, двадцаточка интеллекта. За счет мудрости. Поднять немножко ловкость. Не знаю, насколько это правда, но ладно. Не очень правда, честно говоря. Так, навыки. Плутовство, внимание, мир, природа, религия. Так. Навыки взяли. Стрельба вблизи, искусное владение оружием. Нет, не нужно, нам не искусственное владение оружием. Не нужна стрельба вблизи. Вот она. Дальше заклинание. Глаз. Специальная бомба. Решение. Щит. Расцеление хранений. Чиним. I'm always ready. We will be victorious. Отлично. Ты будешь Джокер. Как же было столько Джокер? Нейтральный. Тифлинг. Calm down. Not dead yet. Химик. Что можно взять? Аптихинтоген. Контагонен. Когнатоген. Так, смоляные бомбы. Не особо нужны кислотные, не особо нужны. Взрывчатые бомбы. Да, это хорошая вещь. Навыки все те же. Так, заклинание. Дальше.
Применяемая способность бомба. Так, что дает временное уравнение оружия? Плюс один простом попадании, мягкий выстрел. Мягкий выстрел. Успешное наступление. Химия, кстати, здесь нет рекомендованных навыков. Ну и ладно. Так, консервация органов. Особое насыщение. Да. Ловкость. Что здесь берем? Низшее восстановление. Снова алхимика. Так. Ой, вслепую. Так, думаю, позже. Снова алхимика. Рассеивающей бомбы пока нет. Давайте на туген. Ну или невидимость. Ладно, помощь. Алхимик. Продолжаем учить навыки. Дальше. Делаться. Защита отстрел коллективная. Химик. Так. Следующая бомба. Рассеивающая бомба. Святые бомбы. Недоступны на восьмом уровне. Еще силовые бомбы. Я их взял буквально в самом конце. Ахачки, ну... Дура. Марио. Химик. Продолжаем изучать навыки. Так, что здесь еще есть? Стихия нет. Преодолевающий магию нет. Не спрости против бомб. Вот, рекомендуют, непонятно зачем, но пусть будет. Так. Снятие болезни.
Устойчивость к стихии коллективная. Уже 10 уровень. Спонтанное исцеление. Давайте рассеивающую бомбу. Защита от смерти. На не меньше, кстати. Перенаведение оружием бомба. Что здесь? Давайте ускорение. Так, бомба губительного дыхания. Так, выше, Когнатоген. Высший мутаген. Это бомба. Нет, то что должно плоть. Нет. Быстрые бомбы. Быстрые бомбы взяли. Телект есть. Что тут? Становление. Снова химик. Бомба, лучший крит. Так. Сказал, что я особо пользуюсь, ну ладно. Что здесь? Мутаген. Мутаген. Дикий мутаген. Нет. Бомба губительного дыхания. Что будет взять? Гнатоген. Что тут? Устойчивость к магии. Быстрый выстрел. Что еще можно взять? Движений 16 уровня, кстати. Вот можно здесь открыть.
великих магнитогенов. Больно, наверное. Я все равно не знаю, что с ними сделать. Так, грозный луч, такой нерозный течение, легендарные размеры. Алхимик 17 уровня. Это еще есть. Дополнительная бомба. Пригодится. Я возьму трансформацию, посмотрим, как оно работает в алхимии. 18 уровень финальный. Давайте консервацию органов. И здесь будет лечение. I need a challenge. Я создал и не ставим этот Джокер. Отлично. Палет создали. Дальше. Жилет бомбардира. Наручи дали. Прочитали. Так. Великокинетическая. Ментального совершенства. Дальше. Выносливость. Кольцо плюс 5. Это здесь было спецкольцо для бомбардиров. Сейчас найдем. Кстати, амулет. Плюс 3. Странно. Должно быть получше. Кольцо взрывов. Где-то здесь было что-то еще важное.
этот самолет. Почему только на плюс 3? Хотел бы я знать. Я же видел получше. Плюс 5. Плюс 4. Неужели же доступ был только на плюс 3? Я вообще что-то другое носил. Перчатки. Серии выносливости. Кстати, защита почему-то выросла. Да ладно. Так, и мы, в принципе, готовы. Так, по навыкам. Быстрый выстрел, быстрая бомба. Хорошо. Так. Бомбы тебе мало, но ладно, ты справишься, я верю. А, я хотел еще экипироваться дополнительно. Валери, переносить щитом. Доспех, батный щит. Оружие. Цена в нисходящем порядке. Так, лук Мишкина. Мигра. И пока хватит. Плотное, грозовое, огненное, морозное. Ага. Так, арбалетик. Получше. Урон там будет. Интересно, хотя и без замедления. Лук. Плюс 5. Так. Слепое чутье.
Так, слепое чутье. Что-то я не вижу здесь. Что оно делает? Это не состояние. Так, здесь я что-то ничего не вижу. Это способность. Она должна быть здесь. Ну ладно, попробуем. Так, калеки Конер мы не нашли. Пока что. Ну ладно, это не проблема. Тут отдохну. Мы, может, отдохнули. Вот в подвале. Точно, точно, тут эти недобрые молодые люди. Стража. Надоели свои уронные силы. Что бомбы на автокаст поставил? Дебил. Так, ног. Шлемчик один, пожалуйста, шлемчик. Ладно, ты еще не можешь. Пока что. Ладно. Ладно, ладно. Давайте я отдохну чуть-чуть. Нет, не так. У меня же есть восстановление. Стоп.
was lost in thought. Так. Knock-knock ears. With ears. Патрикио Куринос. Патрикио Куринос. Да. Неплохо работает. Ладно. The end draws near. Patricio Turinos. Что сделано, то сделано. Давайте попробуем второй этап. Нет. Давайте так попробуем сначала вернуться. Выспаться. Надо еще рационов подкупить, кстати. Тебе же у тебя выбрали, что у тебя есть. А, да, есть комплект делать это. Есть. Хорошо. I know what to do. I need to concentrate. Becoming distracted leads to becoming dismembered. No mistakes. Focus on the goal. Погоди, где все твои заклинания? I am prepared. Time's not waiting. Don't hesitate. I know what to do. Oh, it's a bug. Ah. Ooh, какой же дебил. Какой же дебил. Полный.
Да. Ну, ладно. Идемте. No mistakes. Focus on the goal. А, больше мы не будем 20 уровень. Ты не получишь. Я бы. I'm listening. As you order. Выдержим. Ready and willing. Так, давайте-ка. Давайте сразу Сирока. Так, и давайте бомба. Хорошо заходит. Она не просто стоит. Ног. Будет стоять чуть подальше. Карин тоже стоит. Так, поставим драго, ползет, кстати, замечу. Больно. Робин стреляет. Так, что ты можешь, родной? Земли нет, мертвокладка нет. Ну, святой бомбой. Готово. Надежный. Ну, а тоже что-то пытается сделать. И Харим. Так, Октавиан.
Давайте фаербольчиком. Они очень больно регенят. Я вас понял. Нет, мы так делать не будем. Мы сделаем немножко иначе. Я не знаю, чем они нас атакуют. Но не нужно, давайте им подойти. Вообще, в принципе, совсем. Ты будешь кидать бомбы. Святые. Стоишь. Так. Что будет делать Харим? Барьер лезвий. Сейчас 100 пламени. Нет. Как бы вас вынести быстро? Давайте попробуем. Еще больше запинаем. Карим. Он целый. Так, ты кидаешь с этой бомбы. Вот он пока ничего не делает. Октавия. Что может сделать Октавия? Гибельный разлом. Парим. Это еще один барьер лезвий. Чуть вперед. Ой, Валерий.
прошло. Так, что будет делать Робин? Получим. Андрогора доползает. Ну ладно, не очень доползает, но... бомбы. Еще одна мандрагора. Ну, вперед. Одна осталась. Так, Октавия. Что можешь сделать? Ничего не можешь. Рим. И Валерий. Так, Робин все еще может... Нет, уже не может составить луч, но значит у него удар. Бомба. Что с тобой не так? Ну, понятно. Так. Валерий, ты как? С Валерием. Сила 2, я вас понял. Рим, сделай, пожалуйста, массовое излечение. Мы это пережили. Но монстрики адские. И мне они очень не понравились. 8 силы с каждого. Валерий, 24 урона силе. Я не знаю, что это за мандрагоры. И... Но это... Нечто способное... Положить групп у меня, наверное, даже 20-го. Сейчас все это АОЭ кончится. Пойдем дальше. Загадочный колодец, это, видимо, выход к загадочному колодцу. Так ведь. Да, они заканчиваются какие-то барьеры. Кстати, дали чего? 3000 всего. Всего-навсего. Всего-навсего 3000. Я надеюсь, больше их не будет на нашем пути. Что мне очень не понравилось. Барьеры вот так закончитесь. Сирокот уже ушел. Сильными и максимизированными.
Минута уровень, я вас понял. Была ошибка. Так, а тут мы везде все посмотрели. Ладно, я думаю, все это все. Всем доброй ночи.